Советская научная фантастика – удивительное, уникальное и очень мощное явление в мировой литературе. По сути, феноменальное явление. Но, увы, только в литературе. О кинематографе этого, к сожалению, сказать нельзя. Советский научно-фантастический кинематограф, увы, ощутимо отставал от западного и, прежде всего, от голливудского. И причина этого понятна. Фантастическое кино очень дорогое, в прямом смысле слова. Оно требует очень больших бюджетов. Советское кино таких бюджетов, как голливудское, безусловно, себе позволить не могло. Тем не менее, из этого правила были исключения. И очень интересные исключения. Одно из таких исключений – советский научно-фантастический трехсерийный фильм 1979 года. Кстати, это музыкальный фильм «Приключения электроника». Впрочем, дефицит бюджета советского кино очень хорошо виден по этому фильму. Дело в том, что действие повести писателя советского Евгения Велтистова, их четыре об электронике, фильм снят по двум повестям «Электроник, мальчик из чемодана» и «Россия неуловимый друг». Действие этих повестей происходит в будущем. Это классическая футуристическая фантастика. Да оно и понятно. В 70-х годах в Советском Союзе еще не умели делать настолько совершенных роботов-андроидов. Более того, их не умеют делать и по сей день. Не менее потрясающими получились и песни к этому фильму на музыку композитора Евгения Крылатова. Наибольшую известность в те годы получила песня «Крылатые качели», но и наибольшую популярность. Но, на мой взгляд, песня «Ведь ты человек» ей ничем не уступает. Более того, в чем-то даже превосходит. И я очень рад, что нашлась киевская группа, музыкальный коллектив «Мейлофон у меня», который включил эту песню в свой репертуар. Я включил этот ролик, эту песню в их исполнении, в цикл «Звезды интернета». Хотя, конечно, наверное, я сделал это авансом. На их канале, канале группы на Ютубе, на сей момент всего лишь 4760 подписчиков. Но думаю, именно об этой группе и об этой песне и нужно рассказать. Песня, понятно, с лицензией Creative Commons. Ну и думаю, также очень хорошо, что название группы напоминает нам о незабвенной героине Кира Булычева, Олесе Селезневой, которая получила оглушительную известность, правда, позже, чем «Электроник», получила в середине 80-х годов 20 века в нашей стране, благодаря пятисерийному советскому научно-фантастическому фильму «Гости из будущего». Хотя, понятно, поклонники творчества Кира Булычева знали об Олесе куда раньше. Я помню, познакомился, скажем так, с ней еще в середине 70-х годов, когда в младшем школьном возрасте прочел книгу «Девочка с земли». И своей любовью к научной фантастике, которую я пронес через всю жизнь, я, кстати, обязан только Олесе. Ну что ж, давайте посмотрим песню группы. Куда подует ветер, туда и облака по руслу протекает послушная река. Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра. Простой. Где рельсы проложили
на чудо не надейся. Судьбой командуй сам. Ведь ты человек, ты сильный, смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Ведь ты человек, ты сильный, смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, пишите комментарии, какие ролики вы видите на конечных выставках.